Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, зашел я в игру сегодня для того, чтобы отыграть вот это вот событие, визит важной персоны. В прошлой серии мы не сумели, не хватило у меня динозавров. На этот раз я беру матч-реванш, и я думаю, что у меня все получится. Так, я думаю, взять одного диплотатора или все-таки взять вместе с нундагозавром. Мне кажется, что здесь надо будет, блин. Или же... Так, тут еще, видишь, Дарвиноптер. Дарвиноптер. Может быть, против Дарвиноптера нам взять Анкилодока или же Уэрхозавра. Нет, наверное, я возьму Анкилодока. Диплотатора. Скорее всего, надо будет так сделать. И... Только немножко по-другому. Сделаем первым нундагозавр. Дальше я возьму диплотатора, а уже после анкилодока. Давай рискнем. Уж больно хочется мне получить очки доверий. Сколько бы ни дали, они нам все равно пригодятся. Так, ну что, для начала я, наверное, сделаю атаку. Поехали. На 400 лупанули. Естественно, он будет сейчас менять, скорее всего. Хотя это не факт. Меняет все-таки, да? Дарвиноптер, 924 к атаке. Отличный просто исход, если я возьму, например, анкилодока и запишу, например, на бонус. Что у нас получится из этого? Неужели будет бомбить? Или все-таки поменяется? Твою налево, он меняется, ребята. По-моему, мы теряем с тобой анкилодока. Странно. Это очень, друзья мои, странно. Он ничего не стал делать. Хм. А я вот так вот сделаю. Давай посмотрим. Я нундагозавра отдаю, как говорится, на растерзание. Ты посмотри, что он творит. Хорошо. Что же он тут задумал-то, а? Если я переключусь... И если я, например, попробую раз, два, три, четыре, пять, вот так вот сделать. Дарвиноптер погибает. Можно было бы, конечно, и за меньшее количество очков его бомбануть, но это чтобы уверенно быть. Здесь ему придется потратить 2 очка действия, 5 у него останется, да? А он тратит 3. 4 у него остается. 4 очка действий у него остается. Куда он их там заклепал, я ума не приложу. Но я думаю, что нам надо сделать следующим образом. Брать нундагозавра и все сливать вот сюда. В бонусы, ребята. Так, ну что, если он сейчас все сольет. А он ничего не стал сливать. Значит, сделаем с тобой попроще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Отлично. Минус тиранозавр. Но он набрал кучу себе очков доверий. Аж 8 штук, по-моему, сейчас у него будет, да? 7. Ну что, давай смотреть, сколько ему придется потратить. 5. Все, ему крышка. Ребята, мы прошли это событие, потому что у меня здесь 2 дополнительных очка действий, плюс к моим 4, это 6. И я сейчас все сливаю, а у него всего лишь 2 очка действий взято, и то, наверное, на защиту. Да. Ну что, остается нам посмотреть последний поединок, кого нам там выделят. Не хотелось бы, конечно, столкнуться с хищниками, если честно. Потому что мне уже драться не с кем против них. Лучше бы дали бы мне каких-нибудь там травоядных или еще что-нибудь. Но нет. Дают опять тиранозавра, тиранозавра мод 2 и дракорекс. Дело дрянь. Но мне действительно некого поставить. Твою налево. Птеродактиля брать. Так он дракорекса возьмет, 100% тебе говорю. Ладно, давай попробуем взять так. Раджастегу и... Блин, его надо валить. Че, Таникалагриуса брать получается, что ли?
Ну, я просто другого варианта не вижу. И, либо Эдиоморфодона. Но нам с тобой придется тогда Дракорекса именно уничтожать. Именно уничтожать хищником. Потому что у него и здоровье дофигища, как ты видишь. Но и атака тоже не кислая. Так что, наверное, придется все-таки брать Таникалагриуса. Поехали. Не уверен в этой победе. Вообще нисколько не уверен. Но выбора все равно нету. Так, давай я вначале атакую его. На 902 это все-таки немало, поверь мне. Он сейчас возьмет Дракорекса. И, скорее всего, ушатает меня. А, нет, ему нужно будет поменяться. Сделать удар. То есть у нас еще будет с тобой возможность повоевать им. Ну, а здесь, естественно, мне придется брать тогда вот так вот. И тоже его кусать. Но здоровье у него, конечно, дофигища, у этого Дракорекса. Неужели он будет меняться сейчас? Да, он меняется на тиранозавра мод 2. Ну сколько он там у него? 3, да? 3 очка действия будет. Давай я вот так вот сделаю. И поехали. Я рискую очень сильно, ребят. Если он сейчас все сольет, а он все сливает, мне крышка. Мне тут приснилась крышка. Так, если я возьму Раджастегу. Так, подожди. Раз-два. Этого ему достаточно, да, получается? Раз-два. Раз-два-три. Вот так вот. Погнали. Я думаю, что он ничего не сделает. У него будет 4 сейчас очка 10. А-а-а, тьфу ты, ребята. Я совсем забыл, что у него 880. Фу, нам повезло. Нам, друзья мои, здесь крупно повезло, потому что сейчас я его ушатываю. Так, нам сколько? Блин, может быть, мне взять лучше этого? Конечно, лучше Раджастегу взять. Так, получается, он все... Одну очку действий у него осталось, да? Одну очку. Раз, два, три. И вот так вот. Все, мы его вырубаем. Естественно, тиранозавр вырубает мне Раджастегу. Фу. Ну, а птеродактиль, естественно, убивает уже тиранозавра. Все, мы прошли это событие. Не зря, друзья мои, мы решили, рискнули. Точнее, я рискнул его перепройти. И, как видишь, все очень хорошо у нас сложилось. Давай, родной, вылупляй. Единственное, что серия получится короткая, потому что больше мне здесь делать нечего. Я, в принципе, зашел только ради вот этого поединка. Да, можно было бы, конечно, все за кадром сделать, но я подумал, а почему бы это мне не снять? Вам, я думаю, тоже было бы это интересно. Так, а теперь посмотрим, сколько мне выдадут очков доверий. 650, ну спасибо, спасибо, это не самый худший вариант. Так, и у нас с тобой, ух, 8500. То есть нам 1500 и все, мы с тобой открываем следующий золотой, как говорится, пак. Схватка чемпионов, ну сюда, ребята, нет смысла идти. Можно, кстати, можно, ребята, по ПВПшиться. У нас же с тобой откатились все динозавры. В принципе, да. Давай попробуем с тобой вот, например, водные с модами можно поиграть. Поехали. Возьму Артакантуса. Ромалиозавра возьму. И возьмем с тобой Архилона. Ну, начинаем с козырей, как говорится. Так, что теперь нам взять? Возьму устрашение, потому что у нас их дофигища. Плюс отвлечение что делает? Противник на 15%. А единство? Всей команды на 10%. Давай единство возьмем. И кровожадность что? А, наверное, там понятно. Устрашение. Так, а это вмешательство. Отключает мод. Так, подожди, вот это зачем ты воткнул? Или же даже лучше не так сделать, а воровать мод. Ну давай вот так вот поставим.
Конечно, 10 долларов тратить тоже как бы не особо хотелось бы. Ну ладно, ребят. Давайте смотреть, что нам поставят против нас. Блин, довольно серьезные противники. Тут еще и сам видишь, да, кто стоит. Так, классовое преимущество у нас здесь идет. Плюс мы еще устрашение вешаем. Так, единство это для нас. А у них закалочка. Так, и устрашение на нас вешает. Смотри, а. Так, ну что, я влупляю. Поехали. У нас классовое преимущество здесь. Но не забывай, что у него 39 уровень. 39, ребята. Он сейчас будет менять, скорее всего. Вот только на кого? Неужели вот на этого? На мегалодона. Опа. Так, кто у нас против мегалодона? Блин, я опять двух одинаковых взял. Да чтоб тебя, а. Давай, Архилон, выходи. Выходи. И берем бонус. Рискнет атаковать? Или нет? У нас что это делает? Ага, первый урон на 50% меньше. Вот так вот он сделал. Нам придется опять с тобой меняться. Ну что, звездануть ему по полной программе, что ли, а? Давай-ка я рискну. Отлично, вырубаем. Так, выползает мегалодон. Ну, он меня сейчас, конечно, с двух атак-то тут и нахлобучит. А знаешь, у нас... Хотя, подожди, вообще-то нормально все. У нас классовое преимущество, да? Да, классовое преимущество идет. Две атаки, понятное дело, что вырубает. Дальше у нас выходит ромалиозавр. Мы вырубаем его. Раз, два. Так, он же всю атаку потратил, по-моему. Твою налево, я не помню. Давай вот так вот сделаем. Упс, какая-то вся атака. О чем ты, господи? Ну что ж, хорошо, давай глянем. Давай глянем. Мой ход. А я вот возьму Архилона. Я вот возьму Архилона. И вот так вот все. В бонусы. Пускай что хочет, то и делает. Давай, давай, сливай все. Ну что ты там орешь-то, господи. Давай сливай, говорю, все. Молодец, красавчик. Щит, ну он пробьет, ребят. Понятное дело, что пробьет. Так, нам нужно ему сделать две атаки. Он же все слил, по-моему, да? Или не все? По-моему, все. Я рискну, короче. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, все-таки я ошибся, ребят. Все-таки одно очко действий он оставил себе. Это плохо. Это, черт подери, очень плохо. И к тому же он еще ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Так, вырубаем. Мне не нравится вот этот щит. Что этот щит делает? Мне не почитать про него нифига. Урон от первой полученной атаки снижается на 99%? Ты, блин, сейчас серьезно? Ох, ничего себе там. На 99, ребят, процентов. Я в шоке. Раз, два, три. Ты понимаешь, да? Для чего это было сделано? Потому что я в любом случае ему ничего бы не сделал. Так же, как, в принципе, он сейчас не сделает ничего мне. Все, ему крышка. Мы его закапываем. Мы его закапываем. Поехали. Щит, как говорится, отключен. Уничтожаем. Вот так вот. Прекрасно, я тебе скажу, мы сыграли.
Молодец, не подвели меня, мои плавунцы. Ну что, давайте теперь посмотрим, что нам выпадет на рулетке. Здесь игра не будет вылетать. Да ладно. Аэротитан, друзья мои, это, кстати, очень приличная птичка, между прочим. У меня как раз, по-моему, до 10 уровня аэротитан прокачан. Мне нужен еще один. Так, а что дальше-то? А где мы с тобой получали... Здесь, что ли, канозойская против... Давай попробуем здесь сыграть. Возьмем с тобой Эдиоморфодона. Возьмем с тобой Уртинотериума. И возьму, например, Тониколагруса. Давай посмотрим, что у нас вот из этого получится. Какая команда. Ну, команда-то, в принципе, неплохая. Единственное, что вот прокачка 20-й, 10-й уровень. Это ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, по-моему, попадос по полной программе. По-моему, блин, попадос по полной программе. Че, у кого? Да. Ну что можно сделать? Можно лупануть, в принципе. Для начала. А что сделал? Я взял бонус, да? Вот дурачок. Хотел лупануть же. А он тут бьет. Вот он бьет. Ну что, теперь тогда бьем мы. И, соответственно, его уничтожаем. Два. Три. В топку его, да? Все, сел парнишка. Так, трапиогоптер. Тебе в любом случае придется одну атаку потратить. В любом случае, как-то не крути. Ты, конечно, можешь не ходить, подкопить себе очков. Но он все-таки делает. Сейчас посмотрим, как у нас этот бомбит. Фигонько он бомбит, на самом деле. А ты? Тоже не особо хорошо. Ну, мне кажется, тут фейл будет за нами. Поехали. Так, 300 здоровья мы ему оставили всего лишь. 300. А он нас может пробить. Он сейчас все, если сольет, ребята, в атаку, он победит. Так и делает он. Он так и делает. Он все слил, получается, да? Значит, мы с тобой сделаем одну атаку. Раз, два, раз. Сколько сейчас мы посмотрим у топиалозавра здоровья? То есть нам нужно как минимум 4 прямых атаки, чтобы его вольнуть. 4. Это, блин, это проблема. Если бы он сейчас 4 бы звезданул бы, 2. Он всего 2 бьет. 2 у него остается. 2 у него остается. А у меня 5. Я могу сейчас пойти на офигенный риск. Но 3 атак это будет мало. Это 600. Да, мало. Давай сделаем следующим образом. Раз, два, три. Раз, два. Я так и думал. Я так и думал, что он возьмет именно 2 защиты, ребята. Вот сейчас, если он сольет 4 атаки, ему крышка. Блин, он опять 2 сливает. Но в любом случае ему уже крышка. Он слил 2, 2 он себе оставляет, а у нас 6. То есть нам нужно 4 прямые атаки. И мы их как раз с тобой делаем. Он даже ничего не стал делать. Все, goodbye. Карлик. Просто изумительно, ребята. Просто шикарно. Рассчитал так, а вышло еще даже лучше. Ну, нормально. Че, крутанем? А тут что-то награды-то какие-то жиденькие, если честно. Эх, лучше бы дали мне это. Еще раз крутанем. Где мы с тобой тогда получали этих-то? Топижару. Ой, топижару. Ну, ты понял, да? Про что я имею в виду? Где мы их получали с тобой? В каких именно поединках? Не в босс событий же. Или в босс событий? Черт его знает. Так, любое животное. Что за награды? Да.
Хотя тут... Ну, это Лига Рока, ты попробуй еще туда добраться. Врагов 12, ага. Победи-ка. Нет. Битва с боссами — это не то. Я не помню, ребята. Тапежера, где мы его брали, а? В каком именно событии он? В Канайзуиске? Да нет. Ну вот же. Так, это усиленные подарки новичка. Давай еще разок, наверное, сыграем. Раз. Два. Три. А, подожди, чего? А, моды. Я не знаю, может быть, клон взять? Или воровство? Заряд адреналина, в принципе. Так, после нанесения, ага. Наносит 40% урона от атаки. Кровотечение, вот, блин. Давай возьмем кровотечение, на всякий случай. Здесь возьму вмешательство, чтобы не смогли там поменять. И, наверное, возьму-ка я... Прочная кожа, можно было бы, в принципе. Или же заряд адреналина. Давай заряд возьмем. Поехали, посмотрим. Не уверен, конечно, что здесь я смогу победить. Но, тем не менее, сыграть можно. Так, плезиозавр. Ой-ой-ой. Ого, бакулит прокачанный. Ты видел, какой? Как он там страшно выглядит. Так, ну что, посмотрим сейчас по классовым преимуществам. Будет, не будет. Что почем? Ну давай прогружайся ты уже быстрее. Что ты там думаешь-то? Так, у него преимущество передо мной. Так, кровожадность. Все, что он мог сделать, да? И он еще первый ходит. Блин, он со своей кожей. Ребята, это необычные. Так, как это назвать-то их? Подожди-ка. У меня кто-нибудь есть с преимуществом? Нет, только ты. Я не знаю, ребят, наверное, я поставлю вот так. Сейчас влетит мне по полной программе. Это я уже предчувствую. Блин, я не знаю, ребята, мы проиграем здесь. Я не смогу этими выиграть. Просто не смогу. Он меняет. Еще не легче. Еще не легче. Что ж такое преимущество у тебя, а? Классовое, скажи-ка мне на милость. Ну что, влупить, что ли, по полной две атаки? Или... или сделать вот так и вот так? Это Леоплевродон. Леоплевродон 197, но ему придется здесь поменять. Вряд ли он пойдет в атаку. Если он меняет, у него еще останется 3 очка действия. И это... блин... как раз ему хватает, ребята. Но он почему-то все тягомотину свою врубает. Он врубает тягомотину. Зачем? Не знаю, если честно. Давай-ка я вот так вот поменяю. Так, и сделаем следующим образом. Вот так вот. Ну, ребят, в любом случае я здесь, наверное, проиграл. Во-первых, у меня два одинаковых класса, что вообще не очень хорошо. У него разные, а у меня два одинаковых. Все, крышка мне тут. Я даже не сомневался в этом. Понимаешь, если я сейчас нанесу атаку, она не нанесет ему урона вообще нисколечко. Поэтому мне придется сделать, наверное, вот так. И вот так. Чтобы просто сбить ему щит. Ну, хорошо, что кровотечение, да, дает о себе знать. Исцеление. В плане, не понял я, исцеление. Это что за фокусы еще? Восстанавливает всем раненым слишком. Зашибись. То есть, это если валить, то валить на глушняк получается, да? Твою дивизию, блин.
Ну, я не знаю, ребят, давай вот так вот сделаем. Даже вот так. Проверим просто. Да, вырубать-то я его вырублю. Бумс. Ну и меня сейчас, по-моему, гасанут. 7. Ну да, если он сейчас все вольет, мне крышка будет. А с этим я уже не справлюсь. Шесть тратят, да. Тут мне хана. Этот вряд ли сможет здесь подбить. Тем более тут классовое преимущество. Все, ребят, фейл. Это называется фейл. Заряд адреналина, это все полная чушь. Заряды эти, это все не поможет. Вот это вот исцеление, конечно, это да. Но он, я тебе говорю, он с, даже не то, что редкие. Там, наверное, качественные моды у него стоят. Поэтому здесь мне никак не победить его. Отхил. Плюс щит, который тебе дает, блин, защиту от первой атаки. Это, конечно, да. Мощно. Ну, тем не менее, ребят, мне надо было отыграть, я отыграл, все. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Эволюция пройдет. Эволюция прошла. Забираем. Так, ну что, мы его можем, в принципе, до 40 уровня прокачать. Наконец-то. Так, а он что, с... он с Карнотавром у нас скрещивается. Все, ребята, я нашел для себя занятие. Теперь мы будем выводить Карнотавров. А Карнотавр у нас где-то здесь ходит. Я вот знаю, вот он, по-моему, да? Нет, вот он. Карнотавры. Так, давай-ка мы сразу на эволюцию. Оп. Давай сразу сделаем, наверное. Чуть-чуть не хватило, а? Чуткарика. Давай я так сделаю. Да вы издеваетесь, блин. Нет, ну больше я тратиться не буду. Что-то... Кот. Чертов, все время убегает. Давай подсчитаем, сколько нам нужно, чтобы прокачать до 40 уровня. Так, это уже 20-ка, да? Плюс вот здесь тоже будет 20-ка. То есть 20 и 20 это 30. Это еще 4 карнотавра надо. Блин, ваш инкубатор в плане занят. Инкубаторы вообще, что ли, все? Не может такого быть. Отдавай вот тираннозавра мне сюда, пожалуйста. Поместить. Прокачаем сразу его. Так, дальше у нас кто там идет? Ну, ндогозавр, я смотрю, вроде бы, да? Зарядился уже. Его тоже помещаем. Прокачиваем. Замечательно. И последний, кто у нас там находится. Ага, эти еще не вывелись. Но Карнотавра я могу поставить. Карнотавр, вот он. 25, готовы, типа? Да, я готов. Ну что, 4 Карнотавра мы с тобой выведем. Потом все это дело соединим и объединим. И у нас будет довольно неплохой гибрид. Да? А уж насколько он хороший будет, это мы с тобой увидим уже в дальнейших, как говорится, сериях. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!